Три. Четыре. Пять. Шесть. Быстрее, выше, сильнее. В рамках проведения заводской спартакиады на минувшей неделе работники предприятия Сайенс-Химпласт приступили к сдаче норм ГТО. Решили попробовать свои силы. Насколько мы можем прыгнуть, отжаться, ну, для настроения. Ну, а также у нас коллективно, с отдела, всем отделом. Сюда прямо ком направились. Сегодня первые старты наши. Участвует у нас больше 50 человек. Но опять-таки же 50 человек, те, которые у нас прошли регистрацию, прошли медицинский осмотр. Но не все, конечно, могут, потому что кто-то на сменах, кто-то по состоянию здоровья не совсем готов. Придут те, кто на данный момент готов сдавать первые нормативы, так скажем. Сдача будет проходить в течение всего года. Есть обязательные, есть выборочные в ГТО. Там, ну, то есть, во-первых, это возрастные нормативы по степеням. Соревнования по ГТО мы проводим первый раз, пробуем проводить это. В рамках внутризаводских, приуроченное к сдаче всероссийского ГТО, движение, которое сейчас у нас идет активно по нашей стране. Планируется, что в течение года к сдаче норм ГТО будут привлечены как можно больше заводчан. Хочу себя попробовать, посмотреть по нормативам, готов ли я к труду и обороне. И как? Ну, пока только начало, дальше видно будет, посмотрим. Будем стараться, если не выполним в этом году, на следующий год будем готовиться целенаправленно. Я, как говорится, завелась с полоборота, решила пойти попробовать. Не знаю, некоторые показатели, может, у меня и не пойдут. Посмотрим, увидим. Ну, хочется активной жизненной позиции. Нормы ГТО рассчитаны не на великих спортсменов, а на простых людей. И поэтому очень даже интересно, как ты соответствуешь своей ступени, да, своим показателям. И если эти показатели мне удастся взять, даже, может быть, и на золото, да, тогда попробуем, будем для себя ставить планку внутреннюю, как стимул, да, пробовать другую ступень, которая ниже, да, девятая ступень, где сильнее показатели. Самое сложное, наверное, это отжиматься. Отжаться 7 раз, ну попробуем, получится, не получится, вот по моим показателям. А все остальное, ну как мне кажется, что вроде как и по силам. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания населения – таковы цели столь актуального и замечательного мероприятия. Нормы ГТО как бы обязаны каждый поучаствовать в этом деле, испытать себя, испытать свои возможности. Ну, как бы всем надо, мне кажется. Каждый должен, ну, испытать себя, посмотреть, насколько он готов. Ну, каждый должен быть физически развит. Норматив ГТО включает в себе самая такая общая физическая подготовка, можно сказать. Есть обязательное выполнение программы, есть выполнение, которое каждый участник должен выбрать сам, по своему усмотрению. Сегодня, вот на данный момент, в наших соревнованиях, то есть в наших тестах будут участвовать гибкость, пресс, отжимания либо подтягивания, это опять-таки же на выбор, скоростные дистанции 60-30 метров, но опять-таки же по возрасту, гиря у мужчин тоже по возрасту, прыжок с места. Соревнования проводятся для того, чтобы опять-таки же популяризировать здоровый образ жизни, доказать, наверное, скорее всего, самому себе в первую очередь, на что ты сегодня на данный момент готов. Готов ли ты к труду и обороне? Ну и проверить свои физические возможности. ГТО у нас будет проходить в течение всего нашего года. И в конце года будет подводиться итог сдачи наших результатов. Будет награждение по сдаче, то есть там золото, серебро, бронза. Завод поощряет наших товарищей спортсменов, тех, которые будут участвовать в этой программе, денежной премии. Впервые участвую в таком рода мероприятии. И вы знаете, первое – это, наверное, внутреннее состояние. Тогда, когда действительно идешь, как раньше, на какой-то праздник спорта.
тебе хочется показать, что ты умеешь, что умеют другие. Ну и, наверное, самой себе доказать, что ты что-то значишь, что ты что-то можешь. Я вот, придя сегодня сюда, очень много смотрела различных видео по данным видам мероприятий. И меня вообще поразило, оказывается, да, это движение идет очень давно, но оно перерастает уже в крупные праздники, фестивали ГТО, в праздники вообще спортсменов, которые активно занимаются и сдают нормы ГТО. И я хотела бы, чтобы у нас было точно так же, чтобы мы получали это вдохновение от всего, что происходит здесь. Стоит знать, что комплекс ГТО в нашей стране впервые был введен в 1931 году. Включал он 15 нормативов по различным видам упражнений. Требовалось знать основы советского физкультурного движения, военного дела и самоконтроля. В советские времена комплекс ГТО сыграл огромную роль. Число физкультурников в стране возросло в разы. Попробовать. В принципе, у меня где-то значки сохранились еще со школьной поры. С институтских времен, думаю, надо и здесь попробовать. Что самое сложное для вас? Да, в общем-то, я смотрю нормативы. Особо сложного ничего нет. Ну, попробуем, жизнь покажет. Я здесь, чтобы просто проверить самого себя, то есть понять, на что я способен, какие нормативы я смогу сдать и как я смогу. Для себя, грубо говоря, испытание получается. Самое сложное, ну, для меня это бег, потому что я не особо люблю бегать на самом деле. И гибкость, ну, потому что я не гибкий, к сожалению. А так, в принципе, все интересно. У нас служба по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики. И вот я являюсь спорторганизатором. То есть, ну, собираю команды, если какие-то соревнования есть на заводе или городские там. То есть, вот. Ну как, ребята не подкачали, такие все боевые? Да нет, все хорошо, никто не подкачал. Тем более молодых сейчас много на заводе. Все равно кто-то проявляет себя, показывает, участвует. Очень хотелось поучаствовать в ГТО еще до пандемии, но там все прекратилось. Вот у нас уникальный случай. Можно попробовать свои силы. Было просто интересно, смогу я, вот, например, у меня очень не давалось. Гибкость. Но все-таки я смогла, взяла барьерное золото. Хочу пожелать своим коллегам, чтобы не сидели дома, тренировались, пробовали себя, свои силы. Как сказать, ну, спорт, всему здоровья. Ладно, спасибо, побежала.